Всем привет, друзья! Очередная посылка из Китая. Открываем. Значит, это несколько посылок в одной, скажем так, комбинированная досылка Алиэкспрессом. Ну и начнем с вот этой, более мелкой. А это пришел центр сверла. Отличная вещь. Вот такое качество. Используется в покорении, фрезеровании. Они разного размера. Максимальный 5. HSS, кстати, металл прописано. Ну и минимальный центр сверла. Не написано, сколько. Просто написано HSS. Ну, здесь, наверное, миллиметр. Полтора. Да, где-то так. Недорого, ссылка на товар будет в описании. Приобретаем, не стесняемся. Всем спасибо, всем пока, ставим лайки. До новых встреч.